Всем привет, ребят! Ну что, настало время прокачки новой героини. Сделаем сейчас и закрип немножко эволюцию, агментацию. Посмотрим, что из себя герой вообще представляет и как он тащит, не тащит на прокачке. Я вам показал героя без эволюции, как он просто тупо ушатал беззащитную Фрею и Огника. Но к Зефиру еще мы не дошли пока. В общем, поехали. Делаем ей эволюцию. И делаем сейчас аугментацию. Тут будет куда книги деть. Так, есть, отлично. Аргументация сделана. Ну, ее, естественно, самый лучший вариант, чтобы по ней не попадали, это собирать на уклонение. Потом я буду пробовать вытащить ей максимум одинаковых созвездий. Сейчас мы сделаем. Пипец, четверки падают. Что за фигня? Это трэш какой-то. Так, точность и жизнь. Ладно, давайте здесь уклоны паролем. Надеюсь, мы их сегодня вытащим. Да, падает, конечно, как обычно. Как по заказу называется. Вообще уклонения нет. Чё за фигня, IGG? Стрим снайпер, походу. Такс. Итого. Ну. Да, конечно, пятые падают реально фигово. Самая-самая муторная эта прокачка, вот эта. Куча, вот пятерки, пожалуйста, хотел пятерки, два, три. Вот и пятерка будет. Просто жесть. Ну, рандомчик, давай уже просыпайся. Не знаю, пока я так посмотрел, предварительно побегал героем, действительно герой хорош, но очень много вопросов по поводу урона, очень много дамага, поэтому любая отражалка герой будет просто отлетать. Если будут отражалки, герой просто улетает сразу же за счет того, что у него очень много дамага. Поэтому вариант я рассматриваю ставить ПДшку ему. Так как герой быстро набирает энергию, в принципе, проблем с тем, что ставить ему ремку, ну, смысла я не вижу. Не блокируется, то есть его нельзя так заблочить. Иммунитет к молчанке, это радует. То есть, ну, надо от стана обезопасить себя. И подумать насчет набора жизни. Такс, ну, к этому мы сейчас дойдем тоже. В общем, будет пару дней тестов этого героя, пока мы определимся, что же ему лучше. Однозначно, она круче Фреи, она круче Огника. В принципе, она и Зефира тоже будет шатать. Все зависит больше от прокачек именно созвездий, от уклонений на героя, то есть от этого больше будет зависеть все, нежели от там, имбовости самого героя, то есть тут больше будут решать уже созвездия. Однозначно герой имбалансный, потому что у него не уяз 4,5 секунды, по-моему, 6,5, то есть это нереально дофига времени, это еще не максимальный скилл.
Поэтому до этого мы тоже дойдем. Так, пятерка есть. Ну, давайте здесь попробуем уже интересное вытащить. И домах. Двойка. Да, шестой уклон, конечно, сложновато вытащить. А, в принципе, зачем его ловить, если я не буду сейчас пока заморачиваться над этим. В общем, даже такая сборка, мы сейчас просто предварительно посмотрим. По поводу чар. Вот, честно говоря, я пока не знаю, что по чарам ставить. Если ставить, в принципе, отхил, то, наверное, обряд лечения будет самый оптимальный вариант. Священный суд, в принципе, у героя есть иммунитет. Не знаю, это надо подумать, посмотреть, либо же просто тупо собирать на атаку. Вот это я хочу сделать, попробовать с подашкой суперсилу и посмотреть, сможет ли герой реально ушатать. Будет ли это не убивая, ну, точнее, убивашку сделать суперсилой, то есть такой вариант, чисто дамаг, ПДшка, чтобы по максимуму дамага было. Но вот такой вот вариант, мне кажется, будет более универсальным. Ну, надо потестировать, побегать. Мы героя только сегодня затащили. Он стал доступен. Поэтому тут надо еще посмотреть. Так, окей, давайте делаем. Сменку. Я вот думаю, вариант попробовать. Давайте сейчас попробуем. Вариант. Ну, СО ставить, я даже не знаю, честно говоря. СО, в принципе, тоже неплохой вариант. Героя не будут пробивать, но лучше, наверное, огненку все-таки ставить, так как с огненкой Зефир не будет так пробивать. Ну и все остальные. Плюс будет хоть какая-то отражалка. Понятно, что она будет не всегда, только когда герой будет получать урон. Когда он неуязвим, он отражать не будет нифига. Но это обезопасит от Зефира. Более-менее. То есть такой вариант. Но сейчас мы сделаем предварительно. Интересно, кстати, тоже как вариант прокачать ожог. Попробовать ожог плюс выживание. Давайте попробуем такой вариант. Ожог, выживание, родной неуяз. Вот такую вот сборку. Сейчас единственное, я сделаю вторую эволюцию. И пойдем еще затестируем над Зефиром, который нас ушатывал. На домах, если собирать суперсилой, там, конечно, тут надо однозначно подашку ставить, потому что тут дофигища дамага, много целей, две отражалки и все, и героя просто нет. В этом плане надо будет еще потестировать, посмотреть, что герой может. Ну, потом уже определимся конкретно, что ставить. Ну и плюс будет скин. Скин только на немке еще продают. На остальных серверах, к сожалению, пока нету. Так, у меня еще нету обряда лечения пятого. Суперсила, надо будет наролить, попробовать. Ну, пока потестим, хотя бы посмотрим, что герой может сделать. Кстати, есть еще другой вариант. Сейчас пока попробуем от стана. И хочу качнуть ей сразу же 13-й скилл. Чтоб скилл был на максималке, посмотрим, что там на 13-ке у нее.
веселого будет. Так, делаем максималочку. Ну, еще останется только аугментацию потом сделать. Я уже потестирую ее по локациям. Покажу вам ее, что она может. Сейчас такая предварительная сборка. Так, есть. Отлично. Поехали, изначально протестируем на моем тестовом аккаунте. Так, у нас есть красный смотр, да? Надо кого-то. Надо серенького поставить. Ну, давайте вместо землеройки. Ставим Арктику пока временно, чтобы не было смотра. Смотра там тоже нет, в принципе. Блин, вечно не туда захожу. Так, вот наша фрейка. Смотрим, теперь они в равных фактически условиях. Без варианта просто. Просто без вариантов. Фрея улетает нафиг. Но здесь не 13 скиллы. Кстати, мы так и не посмотрели на 13 скилл. Мы дойдем до самого интересного. Но я не знаю, с ожогом, в принципе, ожог как вариант. Его не заблокировать, плюс уклон, плюс выживание. Единственная отражалка, на отражалке она, думаю, будет все равно сливаться, но за счет чарки она будет себя подхиливать, как вариант. Сейчас посмотрим. Ну, вот смотрите на огника, 0-0 мисс. Но она тоже, кстати, его сейчас просто нафиг. Но с зефиром я не знаю. Давайте сейчас попробуем на зефира нападем сразу же. Зефир просто 30 левела. Более прокачанный. 15 тысяч мисс. Но видите, зефир пробивает. То есть зефир по 124, но он, конечно, поярче собран. Давайте попробуем вместо выживания поставим огненку. Так, хоть два раза меньше дамага будет. У нас от хила не хватает. Зефир больше атакует. Поэтому тут есть, конечно, вариант поставить вот такой вариант. Давайте попробуем. Ради интереса уже, если тестируем. Обалдеть. Это просто пипец, ребят. 30-й, ребят, 30-й зефир. Мы просто поставили танец лезвий. Немножко уклонения. Вот он ушел в инвиз. Дас видос. Просто коротко и ясно. В общем, я думаю, вальс. Он даст и дамаг. И все. Это просто жесть. Полная причем.
что еще надо? Вот я не знаю. Я даже не знаю, какую сборку делать. Какую сборку делать на битву гильдии, понятно, ее тут будут сейчас много дамажить. То есть тут однозначно будут попадать. А, плюс мотор, но это просто, просто жесть полная. Я ее сейчас попробую на подземках потестить. Можно будет еще одну десятку сделать. Побежали на подземке. Давайте здесь посмотрим просто на домах. Точнее, на неуяз ее. Ну, видите, попадают. Попадают, все-таки она уязвима. Что у нас по скиллу получилось? Скилл 13-13-510. 4,5 на 6 секунд. Вот так вот. Иммунитет к молчанке. Ну, 4,5 на 6. То есть 1,5 секунды герой уязвим. И за эту 1,5 секунды его, в принципе, можно убить. Все зависит, конечно же. А, мы не поставили шамблему. Я думаю, что за фигня. Попробуем вариант с выживанием. Но видите, все-таки есть окошко. То есть ее можно убить. Но тут, конечно, дофига героев атакуют. Но можно, можно, можно. И можно застанить даже. То есть она уязвима даже при такой, казалось бы, топовой сборке. Да, там ожог плюс выживание плюс ее скилл. Все равно в нее можно попасть. Но есть другой вариант. Можно попробовать маскировку, как варик. Но она тоже не всегда будет доживать до конца, поэтому такое. А, там, скорее всего, знаете, что еще атлант включается. Не, все-таки станы попадают. То есть такой вариации ее реально убить. Мы кидаем сразу же в центр. Понятно, что на практике на деле такого не будет. Давайте попробуем вариант. Пакт. Ремка здесь бессмысленно. Хочу посмотреть на ее домах. А, давайте так, 10-й. Делаем 9-й пакт и грубую силу эмблемой. Посмотреть, сколько же она в реальности может дамажить. Ну, от стана, наверное, заберем. Давайте поставим сюда. Можно, кстати, как вариант, чтобы меньше дамажили, еще и поставить этого. Это будет просто жесть. Поехали, посмотрим. Она сейчас будет станется. Но, конечно, она тут должна выдавать просто бешеный дамаг. Пум-пум-пум-пум-пум. Это пипец, ребят. Это просто жесть. Это без прорыва всяких. Но видите, стана боится. То есть проходит стан, все. Ее надо опасать от стана. Что-то нереальное просто. С таким дамагом, конечно, это просто жесть. Ну, видите, даже в такой вариации все равно она проседает. Но дамага у нее много, обалденная зональная атака, очень крутая. Не знаю, мне она нравится. Вот опять стан прошел и все, видите, как только она в стан попадает, даже слон не спасает особо. Вот так вот, что-то она очень уязвима к стану, я даже не знаю. Ну, пойдем на кошмарку.
нашу любимую пятую кошмарку посмотрим здесь. В домах у нее вообще просто чудесные. Причем заряжает она довольно-таки часто. Смотрите, бум-бум-бум. Единственное, ну, конечно, это соло, герой бегает без прорывов всяких. Видите, стан проходит и все, ее начинает убивать. От хила у нас мало очень. Так, а что у нас по жизни? Что у нас получилось по жизни? По жизни у нас 207 тысяч, маловато. Меньше среднего танка. Ну, понятно, что с аугментацией тут совсем другая тема будет. Она будет пожестче. Ну, не знаю, вот я задумался все-таки над обрядом лечения. Есть ли смысл его ставить или все-таки собрать ее на максимальной дамаг и попробовать по максимуму выжить. Она, в принципе, включается. Единственное, я же говорю, стан. Это самая большая беда героя. Пока чар, которые спасают стана, нет, только есть железка. Вот единственный вариант — это железка. Пробовать ее ставить. Железка, подашка, что-то в этом плане. Но очень сложно будет собрать ее универсальной, потому что у нее дофига дыма. В любом случае надо подашку ставить на ПВП. Ну, против топов. Понятно, что если там у вас не особо топовые противники, то там все равно. Давайте в рейд сбегаем. Ну, видите. Но самое интересное, что она нормальный дамаг дает. То есть дамаг у нее, конечно, жесткий. Но минус стан. Был бы здесь иммун еще стана, это просто было бы пипец. Ну вот видите, просто стычки попали, она даже не успела включиться. То есть тут тоже есть некий нюанс. Смотр ее тоже будет пробивать в первые секунды. Ну, ее первой можно не выпускать, конечно же. Сейчас попробуем. Попробуем вместе с ворожеем. А вот видите, скорее всего отражалка, потому что она очень быстро ушаталась. Просто моментально. Скорее всего там бешеная отражалка и все. Ну, дамага у нее, конечно. Просто дофигища. Посмотрите, что она делает в такой сборке. Ну вот, стан прошел. Все. То есть так, чтобы мега-мега-мега вау, пока нет. Но это такой предварительный тест, это сборкой на атаку. Я еще буду тестировать другие сборки. В общем, пишите комменты, что вы думаете, какие сборки вы хотите видеть. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.